Дионисий целых 5 лет проживал на Олимпе в 17 веке. Его судьба очень схожа с судьбой Саровского. С точки зрения аскетизма. Вот она, та гора, с левой стороны, вокруг которой сложился этнос. Гора выполнила эту роль. Под горой подразумеваю религию олимпийскую. Именно в ней родилось понятие «эллин». Севере Греция граничит с западной стороны с Албанией, ближе к нам с Фиром и ближе к городу Фессалоники с Болгарией.